озеру, потому что мы так никогда не закончим. Предложение следующее. Давайте, то, что касается озера, мы от громадского комитета, координационного комитета громадских рад, кто хочет присоединиться от имени общественных организаций, может присоединиться к этому письму. Естественно, государственную структуру мы сюда не вовлекаем, они и не имеют права на это. Хотя можете нас морально поддержать. Касательно озера, предложение, обращение, давайте подскажите на кого. На Кличко достаточно? О приостановке этих работ. На кого тогда еще скажите, на кого? На Киевсовет, чтобы тимчасовую комиссию создали. Пишем. Депутаты. Так, дальше на КМДА, на благоустрой, КП Плеса. Обязательно, потому что нужно признать это водным объектом. Так тогда им придется деньги вернуть за то, что они это. Так давайте не отвлекаться, давайте слушаем предложение. Не отвлекаемся. Какие взятки? Сара, не отвлекаемся. И, значит, до этих пор только все зависит от общественности. То есть только общественность может остановить этот... Ну, беспредел. Да, беспредел, абсолютно верно. Милиция и... Ну, сейчас уже просто подрос. Да, у них было. Да. Все, что надо, они понимали. Да, архитектуру, управление, взаимодействие. Этот вопрос Киевсовет в прошлом году рассматривал. Дело в том, что первое начиналось засыпание вместе с Вырлицей. Где на Вырлице 1,5 гектара засыпали, если вы знаете, так, взяли вот, озеро, просто 1,5 гектара. Так это было 1,5 года назад. Вот мы тогда приехали с 1+1, высвечивали это, сам под бульдозером там. И это только революция закончилась, война шла. А? Только закончилась революция, и шла война. Да, вот. Засыпали озеро, ну, забрали. Вот. Поэтому это нужно обращаться. Я сказал, а до этих пор это только общественность может остановить. Только. А мы не сомневались. Хорошо, смотрите, есть предложение следующее. Есть, да, еще одно. Теперь надо общественности подсказать законодательные рычаги. Володю Гончаренко, то есть и Костюка, бывшего депутата, это их регион. Кончарова, да. Публікувати у себе в реєстр громади і все. І зупиниться як колективне звернення виборців депутату Києва, який діє на відповідно. Бачите, а ви кажете, що ви не в системі. І у мене є документи, які свідчать про те, що Київради самочинно створений орган. Депутат депутати, які не обиралися громадськістю, це не є представники. Зараз ми обираємо громадських представників на місцях у відповідності до закону про СНИ. Нам сумно працювати з депутатами. Ні один не виконує наші доручення і все це тільки на грамотно. Навіть не приймає. Ну, так навіщо? Навіщо вже грати по цим правилам? Є Конституція, беремо і робимо. Обращення, є пропозиція, щоб обращення.